Кто здесь со Средней Азии? Из Казахстана, Киргизии? Весь я из Казахстана. Есть, да, Средняя... Вау! Ты тоже? Алматы. Алматы. Салям алейкум. Ой, халкалай, жақсы, да? Ой. А кто не из Средней Азии? Кто не из Средней? Весь фон Вайтавек. Ну, Бог вас тоже любит. Gott liebt euch auch. Амин. Любит. Любит или не Gott любит? Gott liebt euch auch. Любит, слава Богу. Я, простите меня. Я действительно очень рад быть с вами. Ich bin sehr froh, mit euch zu sein. Рад быть в Германии. Ich bin froh, hier in Deutschland zu sein. Я был 10 лет, наверное, назад здесь, да? Или ich что-то? Glaube, может... 10 мы, Jahre такие, was, мы такие yeah? старые, мы не смогли с ним вспомнить, когда я здесь был. Wir sind so alt, wir konnten uns nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal hier war. Но я помню, он был молодой. Вот. Ich weiß, der war noch jung. А сейчас уже белый там. Вот, und der ist ja schon grau. Да. Ну, я, видите, я черный. Ich bin ja so dunkel. Надо использовать правильную краску, вы, Яков. Man muss die richtige Farbe nutzen. Как хорошо быть с вами. Das ist so schön, bei euch zu sein. А, так хочется, чтобы вы уже вышли отсюда. Man и möchte, куда-нибудь so пришли. Rausgehen, schon wo ankommen. Но путь иногда короткий становится длинным. Aber manchmal ist der kurze Weg lang. Я недавно ехал из одного города Германии в другой город. Очень близкое расстояние. Ich bin einmal von einer Stadt in Deutschland in die nächste gefahren. So kurzer Abstand. Но я выучил слово «Stau». Ich habe aber das Wort «Stau» kennengelernt. И вот так посередине остановились. Там всего 20 минут ехать. Das war nur 20 Minuten Fahrt. Дождь идет. Regen. Стало все. Alles steht. И мы под мостом остановились. Знаешь, вот. Und wir stehen unter der Brücke. Я сказал, Господь, как нам повезло. Und ich sage, oh, wir haben Glück gehabt, Herr. Я думаю, сейчас быстренько Stau разберется. Gleich ist der Stau weg. И по радио объявляют, через 10 минут разберется. Und im Radio wird gesagt, 10 Minuten noch. Через полчаса немцы говорят, еще через 10 минут. Nach einer halben Stunde sagen die Deutschen, nochmal 10 Minuten. Еще через полчаса говорят, еще через 15 минут. Nach einer halben Stunde dann sagen sie, 15 Minuten. Еще через полчаса говорят, знаете, через 2 часа разберем. In nach einer halben Stunde sagen die, 2 Stunden. А там ехать всего 20 минут. Und wir hatten nur 20 Minuten Fahrt. Вы знаете, и мы сидим, я думаю, Боже und мой. Wir sitzen und sagen, oh mein Gott. Что делать? Was soll ich tun? Там меня церковь в Билефельде ждет на собрании. Bielefeld wartet man auf mich. Нам звонят, собрание идет. Man ruft uns an, der Gottesdienst geht. А здесь говорят, немцы будут асфальт мыть. Und sie sagen, die Deutschen, die machen den Asphalt sauber. Там солярка разлилась. Da ist Benzin ausgegossen. И вы знаете, я понял все. Мы und ich habe verstanden. Das war's. И вот жена пастора говорит, так, нужно искать выход. Und die Frau des Pastors sagt, wir müssen быстро einen Ausweg. Ищем выход. Wir suchen einen Ausweg. И пастор сидит, говорит, давайте задом по автобану поедем und, задом. Und der Pastor sagt, lass uns rückwärts fahren auf der Autobahn. И вылезем где-нибудь. Und fahren hinten raus. И стали думать, что же делать. Und wir dachten, ну, was sollen wir tun? И вдруг жена его говорит, смотри, лестница. Und die Frau sagt, guck mal, da ist eine Leiter. Мы же под мостом. Wir sind doch unter der Brücke. Я радуюсь, что мост есть, можно погулять. Ich freue mich, dass die Brücke da ist, man kann spazieren. Лестница есть, лезьте. Da ist eine Leiter. И мы полезли с ним по лестнице. Und wir sind über die Leiter вылезли raus. На другую дорогу. Auf die andere Straße. Стали тормозить машины. Halten die Autos an. Позвонили одному брату, он оказался рядом. Rufen einem Bruder an, der ist in der Nähe gewesen. Мы успели к собранию. Und wir haben es geschafft zum Gottesdienst. Иногда короткий путь, manchmal ist ein kurzer Weg становится самым длинным. Sehr lang. Нужно просто залезть по лестнице. Und dann musst du die Leiter hoch. И для вашего здания нужно просто залезть по лестнице. Für euer Gebäude, wir müssen Amen. Die Leiter hoch. Во имя Иисуса Христа. In Jesu Namen. Amen. Amen. Господь, благодарю Тебя за эту встречу. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Благослови всех драгоценных людей на этом месте. Segne die ganzen Menschen hier. Сегодня, Господь, я проведу день с ними. Möchte diesen Tag mit ihnen verbringen. Прошу тебя, Господь, наполняй их жизни собою. Und ich bitte dich, fülle ihr Leben mit dir. Я здесь, чтобы прославлять твое имя. Ich bin hier, um deinen Namen zu verherrlichen. Хвала тебе, Господь. Lob sei dir. Amen. Amen. В прошлом месяце я начал мое путешествие. Letzten Monat bin ich mit der Reise angefangen. Я проповедовал в Киеве в разных местах. Und ich habe in Kiew gepredigt. Потом Ивано-Франковск, Ужгород, Мукачево. Мукачево. Будапешт. In Budapest. Вена. In Прага. Праг. Карлсбад. Карлсбад ging's weiter. И потом заезжаем в Германию. Und dann sind wir nach Deutschland rein. И в Германии много мест. Und in Deutschland sind so viele Orte. Кстати, ваш город последний, я уже целый месяц каждый день проповедую. Eure Stadt ist jetzt die letzte Stadt. Ich bin ganzen Monat unterwegs. Слава Богу. Preist dem Herrn. Аллилуйя. У меня силы еще есть, не волнуйтесь. Ich hab noch Kraft. И вот пастор, как только въехал в Германию, und пастор... So wie wir nach Deutschland gefahren sind... И в Аугсбурге говорит, пойдем немецкую пищу кушать. Sagt der Pastor, lass uns nach Augsburg deutsche Speise essen. И дает мне донер-кебаб. Und gibt mir einen Döner. Döner. Ein Döner. Он говорит, это чисто немецкая еда. Ja, das ist reines deutsches Essen. В каждом городе Döner. In jeder Stadt gibt's Döner. Я сказал, ну если в каждой церкви половина казахов, то тогда, конечно, Döner это национальная немецкая пища. Wenn in jeder Gemeinde so die Hälfte an Kasachen ist, dann ist es auch deutsche Speise, die Döner.
Когда мы приходим к Иисусу, also, wenn wir zu Jesus kommen, мы хотим получить спасение. Вы хотите? So wollen wir Errettung bekommen, ja? Вы спасены или нет? Seid ihr errettet? Хорошо, кто думает, что он спасен? Wer denkt, er ist errettet? А кто знает? Und wer weiß es? Мне нравится один мужчина. Ein Mann gefällt хорошая mir. Мысль. Oh, und er sagt, ein guter Gedanke. Okay. Okay. Библия говорит, чтобы спастись, нужно сделать две вещи. Вот. Die Bibel sagt, wenn man gerettet werden muss, muss man zwei Dinge tun. Вот это, если будешь делать это и это, то спасешься. Wenn du dies und das tust, wirst du gerettet. Подсказываю, вы так смотрите на меня, где что-что. Ihr schaut mich so an. В Римлянах, в Римлянах. Römer. В Римлянах. Römer steht das. Так, вы христиане или нет? Also seid ihr Christen? В Библии написано, если будешь... Die Bibel sagt, нет. Wenn du... И сердцем. Und mit dem Herzen. То? Dann. Вы уверены, что так написано? Seid ihr sicher, dass das so steht? Если чем будешь? Wenn du was? Устами исповедовать и. Mit dem Munde bekennen. Сердцем веровать. Und mit dem Herzen glauben. То спасешься. Dann wirst du gerettet. Так, да? Ja? Брехня. Не. So nicht. Брехня это не, да? Не, Quatsch. Okay. Quatsch. Falschen. Das ist falschen. Nein. Этого нету в Библии. Das steht da nicht. Нету. Nein. Я пастором 27 лет уже. Ich bin Pastor 27 Jahre. Нету этого в Библии. Nein, das steht da nicht. Римлянам 10 глава 9 стих написано, но не то, что вы говорите. Geschrieben, aber nicht genau das. Вы мне говорите, если устами своими будешь исповедовать сердцем, верой, то спасешься. Там не так написано. Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, wirst du gerettet. Nicht so steht das geschrieben. Там написано по-другому. Da steht etwas anders. Пасторы начали листать, что там написано. Die Pastoren gucken schon in der Bibel. Если устами своими будешь исповедовать, wenn du mit dem Mund bekennen wirst, что ты миллионер, то спасешься. Аминь. Dass du Millionär bist, wirst du gerettet? А, so. Ah. Там не так написано. Also nicht so steht das. Если устами своими будешь провозглашать, что ты счастливый, wenn ты du mit dem Mund proklamierst, крутой, dass du glücklich, dass du cool bist, все будет хорошо. Alles wird gut sein. Да? Ja? И еще будешь верить, что у тебя на конте появится миллион, тогда будешь спасен. Und du wirst glauben, dass auf deinem Konto eine Million kommt, dann wirst du gerettet? Совершенно другое написано. Das steht aber anders. Христиане любят обрезать. Die Christen lieben es zu beschneiden. Вы что, евреи, что любите обрезать? Sind wir etwa Juden, dass wir beschneiden? Нельзя обрезать из Библии. Man soll nicht beschneiden aus der Bibel. Das ist Bible, Bibel. Это Библия. Das ist die Bibel. Нельзя вырезать ни слова. Da darf man nichts rausschneiden, kein Wort. Если... Wenn du устами своими mit deinem Mund исповедуешь, bekennst, Римлянам 10 глава 9 стих, на экране не будет? 10:9. Если устами твоими будешь исповедовать, что? Wenn du mit dem Mund bekennst, also, Иисуса Господом, Jesus als den Herrn, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то тогда mit dem Herzen glaubst, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Многие исповедуют, знаете как? Viele bekennen. Я одному спрашиваю, говорю, Иисус Христос, это что? Ich sage, Jesus Christus ist wer? Он говорит, это имя и фамилия. Ja, das ist ein Name und Familienname. Иисус Христос, Jesus Christus. Я говорю, нет. Ich sage, nein, nicht ganz. Иисус Господь, Аллилуйя. Jesus Herr, Halleluja. Что это? Was ist das? Это имя и отчество. Das ist der Name und Nachname. Nein. Иисус. Что значит исповедовать? Was heißt bekennen? Провозглашать, утвердить. Aussprechen, festigen. Заявить. Aussprechen. Рыцари, когда приходили к королю, als die Ritter zum König рыцари, kam, die Ritter zum König, он вставал перед королем, da kniete vor dem König король, nieder. Нет, стой, ты король. Okay, ich bin König. Подойди ближе. И он простирал меч. Und hat das Schwert ausgestreckt. И рыцарь говорил, клянусь. Und der Ritter hat gesagt, ich schwöre. Я твой. Ich bin dein. Я принадлежу тебе. Ich gehöre dir. Ты мой король. Du bist mein König. Я умру за тебя. Ich werde für dich sterben. Ты мой Lord. Du bist mein Lord. Вот что значит исповедовать. Das heißt bekennen. Иисуса Господом. Jesus als den Herrn. А что? Иисус Господь, аллилуйя. О, Jesus der Herr, Jesus Herr, Halleluja. Nicht ganz. Иисус мой хозяин. Jesus ist mein Herr. Владелец и собственник. Der mich besitzt. Он
владеет мною. Er besitzt mich. Я уже не свой. Ich bin nicht mehr mein. Я уже его полностью собственность, принадлежу ему. Ich gehöre ihm vollkommen und ganz. Я уже все, sorry, я извиняюсь, entschuldigung, я продан, меня продали. Tut mir leid, ich bin jetzt verkauft. У меня метка при собственности Иисуса Христа. Ich bin jetzt ein Eigentum Jesus Christus. Конечно, все как-то вы нужно здесь кричать Аллилуйя! Ах, man muss jetzt Аллилуйя schreien. Nein, nein, sagen Sie sich. Я, конечно, Христов, но не полностью. Ja, ich bin Christus, aber nicht ganz. Хотите спасение? Willst du Errettung? Исповедание уст. Bekenntnis des Mundes. Это как клятва, как утверждение, как провозглашение. Eine Proklamation, es ist wie ein Schwur. Я признаю господство Божье надо мной. Ich erkenne die Herrschaft Jesu über mir. Он мой Господь. Er ist mein Herr. Второй пункт. Zweiter Punkt. Сердцем веровать во mit dem, что? Mit dem Herzen glauben, woran? Вот интересно, что Бог воскресил его из мертвых. Dass Gott ihn aus den Toten erweckt hat. Не просто сердцем верить в Бога. Nicht einfach nur mit dem Herzen an Gott glauben. Nein, nein, nein. Сердцем верить. Mit dem Herzen glauben. Что он живой. Dass er lebendig ist. Знаете сегодня сколько христиан живет? Wie viele Christen leben heute? Как будто Иисус мертвый. Als ob Jesus tot ist. Я проехал по всей Германии, вы знаете? Ich bin durch ganz Deutschland gefahren und wisst ihr? Во многие церкви заходишь. In vielen Gemeinden kommst du rein. И на Рождество. Und zu Weihnachten. Иисус такой маленький лежит. Da ist Jesus so klein. Такой карапузик, такой. So ein kleiner Schnuckliger. Такой кудрявый, я никогда не знаю, почему дети рожденные кудрявые сразу. Und der ist sogar so mit Locken, ich weiß nicht, warum die sofort geboren werden, so die Kinder. И он такой маленький. Und der ist so klein. А на Пасху мертвый. Und zu Ostern ist er tot. Вот у Иисуса рисуют двух картинах. Und bei Jesus malt man zwei Bilder. Или маленький, или мертвый. Entweder klein oder tot. Христиане готовы верить в маленького Иисуса? Die Christen sind bereit, an den kleinen Jesus zu glauben. Wo ist mein kleiner Süßer? Oh, ich bin Jesus. Или в мертвый. Oder an den Toten. Он умер, как er ist tot, oh nein. Такой весь мучен. Du bist so gequält. Здесь не сказано верить в Иисуса младенца. Hier wird nicht gesagt, an den kleinen Jesus zu glauben. Знаете, что младенцы беспомощные. Wisst ihr, dass die Säuglinge hilflos sind? И мертвые тоже беспомощны. Und die Toten sind hilflos. Ни тот, ни другой ничего не может. Der eine und der andere kann nichts tun. Многие христиане верят в Иисуса маленького или Иисуса мертвого. Viele Christen glauben an den kleinen oder an den toten Jesus. А наша вера? Aber unser Glaube? В Иисуса воскресшего. Ist an den Auferstandenen. И вот здесь вопрос: веришь ли ты в Иисуса живого? Frage, glaubst du an den lebendigen Jesus? Живой ли он в твоей жизни? Ist er lebendig in deinem Leben? Для многих он мертвый или маленький. Für viele ist er tot oder klein. А для нас он живой. Aber für uns ist er lebendig. Иисус живой. Jesus ist lebendig. Встань на ноги, скажи: он живой. Steh auf und sag: Jesus lebt. Sitzen! Не успели встать. Hat nicht geschafft aufzustehen. Надо резче вставать. Man muss schneller aufstehen. Он живой. Er ist lebendig. Он живой в моем сердце. Er lebt in meinem Herzen. Он живой в моей жизни. Er lebt in meinem Leben. Он живет. Er lebt. Он не мертвый, люди er дорогие. Nicht tot. Не нужно к нему относиться, Господи. Man muss nicht zu ihm wenden, oh, может быть, ты там, как там все? Kannst du vielleicht irgendwie Я bitte? Был в Израиле. Ich war mal in Israel. И там такая надпись перед церковью. Und da war so eine Schrift bei der Gemeinde. Тише. Leise. Здесь Бог. Here is God. Я зашел, говорю, а почему тише? Und ich komm rein. Und ich frag, warum leise? Schläft der etwa? Иисус там сбоку. Не будите, пусть спит Иисус. Nicht wecken. Во многих церквях боятся Иисуса разбудить. Also in vielen Gemeinden hat man Angst, Jesus wach zu machen. Они хотят, чтобы он спи, спи спокойно, sagt, Господь. Schlaf, schlaf, lieber Herr. Или он мертвый там. Oder er ist tot. Умер, Господи, умер. Меня спрашивают, почему на твоем кресте, у меня крест такой, там без Иисуса, просто такой протестантский крест. Und man fragt mich, warum hast du nur so ein einfaches, schlichtes Kreuz ohne Jesus drauf? А где Иисус? Wo ist denn Jesus? Я говорю, он его там нету уже давно, 2000 лет как нету. Der ist da nicht, schon seit 2000 Jahren nicht. Он воскрес из мертвых. Er ist auferstanden. Он живет в моем сердце, он живет в моей жизни. In meinem Herzen, in meinem Leben. Он во мне, он в нас, он в церкви. Er ist in mir, in uns, in der Gemeinde. Он рядом с тобой прямо сейчас. Er ist jetzt neben dir. Он рядом с тобой здесь, на этом месте. Господь здесь! Neben dir. Встань на ноги, скажи, он живой! Er lebt. Садись! Аллилуйя! Оснабрюк, что ты делаешь со мной? Оснабрюк, was machst du mit mir?
Он живой. Er lebt. О, слава Господу. Preist dem Herrn. Наши упражняйтесь в вере. Мы веруем в живого Господа. Wir glauben an den lebendigen Gott. В сильного. An den starken. Способного. An den fähigen. Многие хотят верить в беспомощного, слабого, младенца. Viele wollen an den hilflosen, kleinen Gott glauben. Нас боятся, потому что мы верим в живого Бога. Man hat Angst vor uns, weil wir an den lebendigen Нас glauben. Нас ненавидят, потому что мы верим в живого, в живую Man силу Божью. Hasst uns, weil wir an den lebendigen, starken Gott glauben. Аминь. Amen. Слава Иисусу Christ Христу. Я хочу спросить, кто из вас верит в исцеление? Ich möchte fragen, wer glaubt an Heilung? Кто из вас верит в силу Божью? Wer glaubt an die Kraft Gottes? Кто из вас верит в победу? Wer glaubt an den Sieg? Кто из вас верит в силу Духа Святого? Wer glaubt an die Kraft des Heiligen Geistes? А я в Иисуса Христа верю. Und ich glaube an Jesus Christus. А вы тоже верите? Ah, glaubt ihr auch? А, то есть вы во все верите? Ja, ihr glaubt an alles. И даже в Иисуса верите? Und sogar an Jesus. Слушай, сколько у вас много вер разных, Boah, а? Habt ihr viel Glauben? Я даже немножко смущаюсь. Ich bin etwas verwirrt. Вы верующие во все подряд верите, ihr да? Glaubt ihr an alles. В процветание тоже верите, да? An Erfolg glaubt ihr auch? Сейчас разберемся. Jetzt wollen wir das mal klären. Entschuldigung. Entschuldigung. Alle zusammen, bitte. Когда... Я сам из Пятидесятников. Also ich bin selber Pfingstler. Омовенцы. Фусваша. Фусваша. Здесь кто-то из пятидесятников есть омовенцев? Есть jemand hier von fünf von Pfingstlern? Seid ihr auch von? Вы из омовенцев? Seid ihr auch solche? Ой, либо брудер. Хорошие люди из омовенцев. Слушай, а ты омовенец, слушай, нет? Of course. Ты был из омовенцев в Советском Союзе? ДБР? Ой, Бог тебя тоже любит. Gott liebt dich auch. А кто-то из баптистов есть? Ist jemand aus den Pfingstlern? Бог тоже вас любит, слава Богу. Gott liebt euch auch. Amen. И вот я помню, когда в Советском Союзе... Und so weiß ich noch in der Sowjetunion. В подполье. Подполье. Im Untergrund. Im Untergrund. Братья нам говорили. Da sagten die Brüder uns. Самое главное. Das Allerwichtigste. Верь в Иисуса Христа. Glaube an Jesus Christus. Умирать будешь. Du wirst sterben. Верь в Иисуса. Glaube an Jesus. Расстреливать будут. Man wird dich erschießen. Верь в Иисуса. Glaube an Jesus. Евангельская вера. Mit dem evangelischen Glauben. Это самое главное. Das ist das Wichtigste. Верь в Иисуса Христа. Glaube an Jesus Christus. Я просто рос этим. Ich bin damit aufgewachsen. За Иисуса. Für Jesus. Умирать за Иисуса. Sterben für Jesus. Страдать за Иисуса. Leiden für Jesus. Вера евангельская. Das Glaube des Evangeliums. Потом наступила перестройка. Und dann kam die Revolution. Revolution? Ну, перестройка. 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 Горбачев. Мишка меченый. И когда перестройка пришла, dann kam die перестройка. Тогда стали приезжать американские миссионеры, немецкие. Dann kamen die amerikanischen Missionare, die Deutschen. И мы такие подпольные. Und wir so diese undergrounds. Встречаем их. Wir treffen sie. Они вот такие, Halleluja, praise the Lord! Und die sind so, Halleluja, preis dem Herrn! Слава Господу! Oh, и когда они проповедовали, они так, und wenn sie so gepredigt haben, и когда, помню, во время проповеди, он говорит, ты веришь в исцеление? Und in einer Predigt sagt er, glaubst du an Heilung? А я стою. Und ich so, я говорю, нет, я в Иисуса верю. Nein, ich glaube an Jesus. Проповедник смутился, говорит, в него тоже надо верить. Der Prediger sagt, ja, an den musst du auch glauben. Но если хочешь исцеления, верь в исцеление. Wenn du Heilung haben willst, glaube an Heilung. И впервые в моей жизни. Das erste Mal im Leben. У меня ломки начались. Hatte ich solche Schmerzen. Solche, оказывается, надо еще и в исцеление верить. Entzugserscheinungen, also muss ich noch an Heilung glauben. Наверное, они в Америке умнее нас. Wahrscheinlich sind die Amerika schlauer wie wir. Они в нужно. Und die sind so powerful. Und er zeigt mir ein Buch. Ich glaube an die Heilung. Ich glaube an Jesus und an Heilung. Dann kam der nächste Prediger. Avanzini. Und er sagt, glaubst du an Erfolg, an Aufblühen? Ans Geld. Nein, nein, Erfolg vom Herrn, Aufblühen. Как-то неудобно в мамону еще верить. Irgendwie so ein bisschen komisch noch an den Mammon zu glauben. Если хочешь процветать, верь в процветание. Wenn du Erfolg haben willst, glaube daran. Ну ладно, будем. Okay, dann mache ich das. Деньги же надо, да. Ich brauche ja Geld. Надоело шпарить. Ich hab's satt zu sparen.
буду верить в процветание. Ich glaub schon, ja. Пришел третий, говорит, вы верите в силу. Dann kam der dritte, sagt, glaubt ihr an die Kraft? Во что? В силу. Woran? An die Kraft. И он такой, touch, 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 touch. Und er macht sie, touch, touch. Теперь я в силу верю. О, jetzt glaube ich noch an die Kraft. И каждый новый приходил и учил, во что нам нужно верить. Und jeder neue kam und sagte, was wir glauben sollen. И постепенно мы стали верить во все. Und dann haben wir an alles geglaubt. Нас такая, мы такие верующие, мы во все подряд верим. Wir sind so gläubig, wir glauben an alles. Хуже стало, как кто-нибудь что-нибудь скажет, уже люди в это верят, в сказки какие-то. Wenn manche Leute was sagen, dann glauben sie schon daran. Во что же надо верить? Woran soll man denn glauben? У нас часто происходит, вот, знаете, калибровка есть, когда сдвиг фокуса происходит. Das ist, gibt so eine Kalibrierung, wenn du den Fokus verlierst. Когда ты теряешь, ну, прицел. Вроде ты целишься. Das Ziel muss kalibriert werden. А бьешь мимо. Und du schießt aber daneben. У вас было такое? Кто-нибудь стрелял на охоте? Hat jemand schon mal geschossen? И ты, если у тебя калибровка неправильная, und wenn das falsch kalibriert ist, то ты стреляешь мимо. Dann schießt zur Seite. Вроде ты видишь правильно, стреляешь мимо. Du schaust richtig, aber der schießt falsch. Братья, у кого-нибудь есть кошелек? Hat jemand denn, У жены? Портмоне? Портмоне, да, кошелек. Портмоне. Есть у кого-нибудь? Братья, я спросил, братья. Брюда. Ну, идем сюда. Come here. Ты попался. Jetzt bist du dran. Это твой кошелек или жены? Ist das deiner oder von der Frau? Держи вот так. Halt mal das so. Наверх поддержи. Hoch. Вот представьте, что это Stellt euch vor. Иисус Христос. Das ist Jesus Christus. Мы любим Иисуса. Wir lieben Jesus. Правда, он не такой рыжий, он такой черненький. Der ist zwar nicht so blond, der ist etwas dunkler wie ich. Такой, ну такие глаза у него светят. Aber solche Augen. Есть ли у Иисуса исцеление, чудеса, сила, помазание, процветание? Есть Hat ли у Иисуса? Jesus Heilung, Wunder und Salbung? Да или нет? Ja oder nein? Вы уже боитесь отвечать на мои вопросы. Я уже Angst, ja zu sagen, ja? Думаете, сейчас подставится опять. Denkt ihr, jetzt werdet ihr wieder reingelegt? У Иисуса все есть! Jesus hat alles! Аминь! Amen. И многие христиане, und viele Christen, когда мы идем, Якоб, спасибо, когда мы идем, держи, поближе к себе. Komm näher. Когда мы идем к Иисусу, Wenn wir zu Jesus kommen, мы же приходим, нам что-то надо. Wir kommen ja, wir wollen ja was. Но надо или не надо? Wir brauchen ja was. Ну вот нам очень надо. Wir brauchen viel. И мы смотрим на Иисуса. Und wir schauen Jesus an. Мне нужен Иисус. Oh, ich brauche Jesus. И у Иисуса есть кое-что. Und Jesus hat etwas. И мы просто тянем руки, прихожу к тебе я. Aus. Ich komme zu dir. Хвалою. Mit Lobpreis. Чудеса твои. Und deine Wunder. Чудеса твои. Deine Wunder. Ты велик. Du bist groß. Побыстрее отдавай. О, gebe schnell mir alles her. Многие спрашивают, почему в наших церквях руки поднимаем? Und die Leute fragen, warum hebt man denn die Hände in der Gemeinde? Я к Иисусу пришел. Ich bin zu Jesus gekommen. Отдавай! Gib her! Господи, отдай! Во имя Иисуса Христа, отдай! In Jesu Namen. Приказываю тебе, отдай! Ich befehle, gib her. Пастор, я силу Бога, я Бога пережил. Ich habe Gott erlebt. Понюхай. Это помазание силы. Я от Бога получил. Это Бог. Das ist Gott. О, я книгу напишу. Ich schreibe ein Buch. 21 пункт. 21 как пункты. Отжать у Иисуса Христа. Wie ich das bei Jesus raushole. 7 шагов эффективной молитвы выпрашивания. 7 Schritte des effektiven Gebets der Хотите des помазание получить? Wollt ihr Salbung bekommen? Давай. Gebe. Помазываю тебя. Ich salbe dich. Я такое пережил от Господа. Ich habe sowas vom Herrn erlebt. Вы знаете, вот многие люди, когда что-то получают от Бога, Und wisst ihr, wenn Leute was von Gott bekommen, ведут себя так, будто они получили Бога. Die benehmen sich, als ob sie Gott bekommen haben. Они демонстрируют, показывают, что это и есть Бог. Sie demonstrieren und sagen, das ist Gott. Есть Вы что так напряглись? Я что-то Is that so angespannt? Вы здесь что, все с кошельками бегали, кричали от Бога? Давайте не будем путать. Lass uns das nicht vertauschen. Это Божье. Das ist von Gott. У Бога есть все. Gott hat alles. Исцеление, Heilung, сила, Kraft, победа, могущество, Sieg, Mächtigkeit, присутствие. Seine Gegenwart. Давайте не будем путать. Lass uns das nicht vertauschen. Господь, Den Herrn, это не дары.
sind nicht die Gaben. Это Господь. Das ist der Herr. У Господа есть дары. Der Herr hat Gaben. Ja. Какая наша вера? Was ist unser Glaube? Христоцентрично. Auf Christus zentriert? Или дароцентрично. Oder auf seine Gaben zentriert? У многих христиан. Viele Christen. У них отношения с Богом через дары. Haben die Beziehung zu Gott durch Gaben. Вместо того, чтобы прийти к Господу, zum Herrn zu kommen, им кажется, чем больше я получу у Бога, sie denken, je mehr ich von Gott bekomme, чем больше я вырву у Бога, je mehr ich habe von ihm, тем больше Бога я имею. Je mehr habe ich von Gott. И придут ко мне многие в тот день, und dann kommen viele zu mir an dem Tag, и скажут, Господи, Господи, und sie sagen, Herr, вот он я, hier bin ich, Herr, открывай ворота, öffne das Tor. Yes. Давай! Komm schon! Быстренько! Не узнаешь? Ach, bist du nicht mehr müde? Это мы! Das ist meins! Пророчество, чудеса, сила! Oh, Wunder, Zeichen! Помазание, процветание! Salbung! Erfolg. Давай! Komm! Не узнаешь? А Иисус скажет. Ah, erkennst du das nicht? Ja. Und Jesus sagt? Я вас не знаю. Ich kenne euch nicht. Warum? Was ist das? Ты забыл, как я у тебя выпросил все? Hast du vergessen, dass ich das bei dir rausgezogen habe? Как я у тебя отжимал все, что хотел? Wie ich das bei dir erfleht habe? Как я заставил себя молитвой и постами отдать мне все? Wie ich dich gezwungen habe, mit Fasten und Gebet mir das zu geben? Oh. Я хочу знать вас лично. Ich möchte euch persönlich kennen. Знаете, вот многие смотрят мои проповеди по интернету, там где-то по телевидению. Viele sehen meine Predigten im Internet oder im Fernsehen. И когда я куда-нибудь приезжаю, und wenn ich irgendwo hinkomme, всегда вот эти какие-то женщины, dann kommen da Frauen. Ой, живой! Oh, du lebst! Я смотрю, ой, слава Богу, живой. Он и так, прости меня, ich lebe. Живой. Я, er lebt. Я живой, да. Я. Danke schön. И одна бабушка подошла и говорит, ну, ну, смотри. Und eine Oma kommt, oh, schau mal. Узнаешь? Bist du müde? Ну, смотри внимательно. Erkennst du mich? Я говорю, entschuldigung, ну, как бы, а вы кто? Ich sage, entschuldigung, wer seid ihr? Она говорит, я твоя телезрительница. Ja, ich bin eine Zuschauerin von dir. Я тебя по телевизору смотрю каждый день. Ich schaue dich jeden Tag im Fernsehen. Говорит, так странно, ты ничего про меня не знаешь. Schade, dass du mich nicht kennst. Многие так придут к Иисусу. Und viele kommen so zu Jesus. Ну, ну, знаешь? Oh, erkennst du mich? Я про тебя от пастора каждый день слышал. Ich habe von dir vom Pastor jeden Tag gehört. Ну, твоя картинка у меня в офисе висит. Und dein Bild habe ich in meinem Büro. Ну, это я. Ich bin das. Иметь дары — это классно. Gaben zu haben ist klasse. Иметь ответ от Бога — это отлично. Слава Богу. Eine Antwort von Gott zu bekommen ist gut. Но люди, не путайте. Aber Leute, vertauscht es nicht. Не путайте. Verwechselt es nicht. Познание Бога. Die Erkenntnis Gottes. И получение Его даров. Und seine Gaben zu bekommen. Вы можете получить процветание. Ihr könnt Erfolg bekommen. Силу, могущество. Kraft. Но не получить его. Aber ihn nicht. Многие христиане всю жизнь хотят что-нибудь получить от Иисуса. Wollen ihr ganzes Leben was von Gott bekommen. Думая, что они получают отношения с Ним. Sie denken, dass sie eine Beziehung mit ihm bekommen. Это одна из грубейших ошибок. Das ist eine große Tiefe, ein tiefer Fehler. Да, мы можем получать, и мы будем получать. Ja, wir können bekommen und wir werden bekommen. Аминь. Amen. Но Он хочет отношения с нами. Aber er will die Beziehung mit dir. Когда у тебя ребенок родился, wenn du ein Kind bekommst, что Он тебе сказал? Was sagt es dir? Спасибо, Отец. Danke, Vater. Нет, Он что делал? Орал? Und er schreit. Плакал? Weint. Все время плакал? Immer, die ganze Zeit. Женщина, скажите, ребенок, когда плачет, что он хочет? Wenn das Kind weint, was will es? Кушать хочет. Essen. А если объелся, тоже орет. Und wenn es zu viel gegessen, а если в туалет сходил? Und wenn es auf Toilette gehen will? А если не может в туалет сходить? Und wenn es nicht kann?
А если устал лежать на одном боку? Und wenn es müde ist, auf einer Seite zu liegen? А если все надоели? Und wenn ihm alle, auf die а если gehen? Ему скучно? Und wenn es langweilig ist? Он орет по любому поводу. Er schreit immer wieder. Многие христиане. Viele Christen. Одна женщина подошла ко мне. Eine Frau kam zu mir. Я говорит, когда Иисусу молюсь, плачу. Sie sagt, ich bete zu Jesus und weine. 40 лет плачу. 40 Jahre lang. Я подумал, ой, какой я недуховный. Und ich dachte, oh, wie bin ich ungeistlich. А Дух Святой говорит, ну посмотри, это ж детство. Und der Heilige Geist sagt, guck mal, das ist doch kind. Das ist schreien und schreien. И все нужно бежать, что там случилось? Oh, was ist passiert? Пришло время повзрослеть. Es ist doch Zeit gekommen, wachsen zu werden. Не плакать все время перед Господом. Nicht die ganze Zeit vom Herrn zu weinen. А строить с ним отношения. Sondern mit ihm eine Beziehung aufbauen. Быть его другом. Sein Freund zu werden. Быть рядом с ним, общаться с ним. Neben ihm zu sein, bei ihm. Многие думают, общение это если я что-то получаю. Viele denken, Gemeinschaft ist, wenn ich was bekomme. Gib her. Я думал, это так духовно, когда ты получаешь, получаешь, получаешь. Ich dachte, das wäre so geistlich, zu bekommen. Это потребительство. Das ist nur Konsument sein. Да, Konsument sein. Когда ты все время, Du bist ein Konsument. Многие думают, как будто Иисус, как в ресторане. Manche denken, Jesus ist wie im Restaurant. Записывай, ты официант. Schreib auf, du bist jetzt der Kellner. Мне на первое суп спасения. Bitte erstmal die Suppe der Rettung. На второе стейк силы. Zweitens Steak der Kraft. Соус радости. Soße der Freude. И на десерт помазание Святого Духа. Dessert die Salbung des Heiligen Geistes. Я плачу десятинами быстро. Ich zahle den Zehntel, bitte schnell. Многие относятся к Богу как в ресторане, заказы Viele отправляют. Gehen mit Gott so um wie mit einer Bestellung. Думая, что если ты дашь ему побольше заказов, du denkst, wenn du ihm viel bestellst, так духовно, dann ist das so geistlich. Такая сила, so eine Kraft, такая мудрость, so eine Weisheit. Отношения с Иисусом, aber die Beziehung mit Jesus, не через призму того, что ты получил от него, ist nicht durch das Zeichen, dass du was bekommst, а личной близости со Христом, sondern eine persönliche Nähe zu ihm. Когда ты приходишь к нему, wenn du zu ihm kommst, ищешь его, ihn suchst, он становится твоим другом, er wird zu deinem Freund. А что если ты вообще никогда ничего не получишь? Und was, wenn du überhaupt nie was bekommst? Но получишь Христа. Aber Christus bekommst? Ты получишь все. Bekommst du alles? Мне только нужен Иисус. Ich brauche nur Jesus. Если бы я ничего не получил, wenn ich auch nichts bekommen würde, но получил Христа, aber Christus bekäme, я получил все, habe ich alles bekommen. Аминь. Просто современное западное христианство, западное христианство, die neue moderne Christentum, westliche Christen, nicht Ost. Westliche Christen, nicht Ost. Мы обращаем внимание на то, что мы можем иметь. Да, achten wir mehr darauf, was wir haben können. Потребительство. Konsum. Мы когда говорим, придите к Иисусу. Wenn wir sagen, komme zu Jesus. Мы часто говорим, приди к Иисусу. Komme zu Jesus, sagen wir damit. Alles wird gut. Деньги надо? Brauchst du Geld? Силу надо? Kraft? Хочешь, чтобы все было хорошо? Willst du, dass alles gut ist? Давай сюда быстро. Komm her. И мы думаем, что если рекламируя und wir denken, продукты, wenn wir Produkte reklamieren, восполнение, Werbung machen, восполнение нужд, wenn wir die Nöte, tilgen, люди придут к Иисусу, dann kommen die Menschen zu Jesus. Вы замечали, иногда люди приходят, habt ihr gemerkt, Leute kommen, все получили, alles haben sie bekommen, и уходят, und gehen wieder. Потому что они пришли, weil sie dorthin gekommen sind, statt zu ihm zu kommen. О, слава! Кто-нибудь скажите, слава Богу! Sagt, preis dem Herrn! Почему вы пришли сюда? Warum seid ihr hier? Ну, нужды есть же, правда? Habt ihr denn Nöte? У вас есть нужды? Habt ihr Nöte? Кому нужно исцеление? Wer braucht Heilung? Честно, искренне, ehrlich, ganz ehrlich. Кто нуждается? У кого есть? Wer braucht Heilung? Кто нуждается в финансах, чтобы Wer braucht finanziell? Нуждается? Кто в мудрости нуждается? Wer braucht Weisheit? Ну это автоматически, если денег, то в мудрости это однозначно. Yeah, Geld, Weisheit. Кто нуждается в силе Духа Святого? Wer braucht die Kraft des Heiligen Geistes? Сколько у вас нужд? Сколько? Wie viele Nöte habt ihr denn? Viele? Мало ли? Wenig? Много нужд. Viele. Аминь. Мы пришли, мы знаем, что у Господа есть восполнение нужд. Wir sind hier, wir wissen, Gott hat tilgt Nöte. Псалом 22. Lies mal Psalm 22, 23. Давайте, вы помните. Господь, der Herr, чей пастырь? Wessen Pastor? И я. Und ich. В чем? Womit? Что не в чем?
Не буду что? Wird mir mangeln. Не буду нуждаться? Nichts wird mir mangeln. Постойте, вы только что мне... Я сейчас не понял, что... Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Если Господь... Wenn der Herr... Мой пастырь... Mein Pastor ist... Я не буду нуждаться. Dann werde ich nichts mangeln. А если ты все время нуждаешься? Und wenn du also immer Mangel hast... Слушайте, вы только что мне кричали, что у вас столько нужд, а? Ich habe dir alle gesagt, ich habe so viele Nöte. Мы говорим, viele, viele. Wir sagen viele. Позвольте снова спросить. Nochmal frage ich. У кого теперь есть нужды? Wer hat denn jetzt Nöte? Пастор, чудо случилось. Pastor, was ist passiert? 90% нужд исчезло. 90% Nöte sind weg. Только один псалом начали читать. Wir haben nur einen Psalm gelesen. Нужды отвалились. Die Nöte sind weg. Смотрите. Schaut mal. Если Господь пастырь мой, wenn der Herr mein Pastor ist, то я не буду нуждаться. Dann werde ich nichts mangeln. А если я нуждаюсь, und wenn ich Mangel hab, то Господь не пастырь мой. Dann ist der Herr nicht mein Pastor? Или не Господь пастырь мой. Oder der Pastor nicht mein Herr? Или Господь пастырь не мой. Oder der Herr, der Pastor ist nicht mein. С чем занимается пастор? Was macht der Pastor? Восполняет нужды, вы ошибаетесь. Пастырь, пастух, чем? Der tilgt nicht die Nöte. Пастух, хорошо, кто баранов пас когда-нибудь? Баранов, коров, быков? Mal, кто-нибудь пас животных? Schafe gehütet. Яков, ты чем занимается пастух? Он was macht der Hirte? Пасет. Пасет. Да? Пасет. Пасет. Yeah. Пасет это hütet. Смысле... Er hütet. Он заставляет их есть? Нет, они сами едят. Zwingt er sie zu essen? Nein. Иисус водит. Jesus führt sie. Пастух водит. Er führt sie. Если Господь водит меня, wenn der Herr mich führt, то я не буду нуждаться. Dann werde ich nichts mangeln. А если я все время нуждаюсь? Und wenn ich immer Mangel hab, кто-то другой меня водит. Dann führt mich jemand anders. Тогда вопрос, кто твой пастор? Also die Frage, wer ist dein Pastor? Я хочу вас спросить, кто твой пастор? Ich will fragen, wer ist dein Pastor? Нет, правильный ответ Иисус Христос, да. Die richtige Antwort ist Jesus. Мы знаете, мы все знаем, что здесь Иисус. Bleib hier, Jesus. Мы все знаем ответ Иисус, Господь, пастырь мой, мы знаем. Die Antwort Jesus ist unser Pastor, das wissen wir. А кто реально? Вот. Aber wer real? Реально водит кто меня? Wer führt mich wirklich? Почему я делаю то, что я делаю? Warum tue ich das, was ich tue? Почему? Почему я предпринимаю какие-то шаги? Почему я куда-то еду? Warum mache ich irgendwelche Schritte? Warum fahre ich irgendwo hin? Сынок, сынок! Mein Sohn! Нужда, пастырь наш! Mein Pastor! Нужда! Mein Not! Not? Работать, arbeiten schneller, bitte! Bitte schneller arbeiten! Не будешь работать, сынок! Wirst du nicht arbeiten, mein Sohn? Придет нужда! Dann kommt die Not! Schnell arbeiten. Кто, почему? Знаете как? Если Господь пастырь мой. Also wenn der Herr mein Pastor ist. Когда последний раз мы спрашивали? Dann haben, wann haben wir das letzte Mal gefragt? Господь, повели мне. Herr, sage mir. Что мне делать? Was soll ich tun? Мы очень часто приходим к Иисусу и говорим так. Wir kommen oft zu Jesus und sagen. Вот список заданий. Jesus, hier ist die Aufgabenliste. Запомнил? Hast du sie gemerkt? Иисус, стой здесь. Jesus, warte hier. Молитва. Das Gebet. Господь, приди ко мне быстрее. Herr, komme zu mir schnell. Жду тебя. Ich warte auf dich. Что стоишь? Иди сюда, я тебе Komm говорю. Komm her, habe ich gesagt. Сюда, быстро, schnell. Schnell. Вообще, Иисус, ничего не понимает, что нужно Jesus делать. Versteht ja nicht, was er tun soll. Иисус, Jesus, твори чудеса, руки. Mache Wunder. Да засунь ты уже это, Господь. Исцеляй. Heile, исцеляй. Heile, heile. Давай, schnell. Komm, schnell. Руки, благословляй. Hey, Иисус всегда рядом со Jesus мною. Jesus ist immer Господь bei mir. Господь рядом, я сказал, sagte, рядом. Bei mir, bei mir. Быстрее, Господь. Schnell. Благослови этого. Segne ihn. Помазание ему. Salve ihn. Этого благослови. Den auch. Господь, и вот этих благослови. Und den денег auch. Дай им, денег дай, быстро. Schnell Господь Geld geben. Рядом со мною. Der Herr ist schnell Господь bei mir. Господь всегда рядом. Der Herr ist Иисус, immer bei mir. Ты где, Иисус? Jesus, wo bist du? Иисус, ты где? Jesus. Куда он делся? А вот он. Da ist er. Все время теряется. Verliert mich immer. Он мой пастырь. Что я хочу, то он и делает. Was ich will, das tut er. Он исполняет все. Господь, вот список заданий я на iPad напечатал. Das ist meine Aufgabenliste. Чтоб до утра выполнил, пока я сплю. Запомнил, да? Bis zum Morgen bitte erfüllen. Schneller, bitte. Ganz schnell.
Ты пастырь мой. Du bist mein Pastor. Он мне такой хороший пастырь. Der ist so gut, so ein guter Pastor. Он делает все. Der macht alles. Что я скажу, захочу. Was ich ihm sage. Кто кому пастырь, кстати? Wer ist hier wer der Pastor? Вообще ваши отношения с Иисусом какие? Wie ist denn eure Beziehung überhaupt zu Jesus? Вы ему говорите? Sagt ihr ihm? Или он вам говорит? Oder sagt er euch, was zu tun ist? Повыше, Иисус. Etwas höher, Jesus. Тяни, тяни. Zieh. Води меня куда хочешь. Führe mich, wohin du willst. Господи, куда идти? Herr, wohin soll ich gehen? Вот сюда, вот, пошли вот сюда. Dahin. Благословляю, Иисус меня сюда привел, Господь. Ich segne dich, Jesus hat mich hingeführt. Halleluja, куда везешь? Wohin führst du mich? Господь, благослови жену пастора. Segne die Frau des Pastors. Благослови Якова, Иисус, благослови. Halleluja. Смотрите, веди, веди, смотри. Führe mich, führe mich. А, вам денег дать? Просто Geld. Благословляю. Segne dich. Вы видите, что вот... Вот что значит Господь пастырь мой. Das heißt, der Herr ist mein Pastor. Я ни в чем не буду нуждаться. Und ich habe keine Not. Ни в чем, ни в чем. In nichts. Господь, дай мне список заданий. Herr, gib mir eine Aufgabenliste. Вот он мне дает список заданий. Der gibt mir die Aufgabenliste. Oh, dein Portemonnaie. Господь. Oh, Herr. И это все? Ist das alles? Я ни в чем не буду нуждаться. Ich werde nichts mangeln. Kirgisien. In Kirgisien. Вы увидели сейчас картину? Habt ihr das Bild gesehen? Реально, спасибо. Ganz real. Кто? Сейчас вот вопрос. Кто? Die Frage. Водит тебя? Wer führt dich? Господь твой пастырь? Ist der Herr dein Pastor? Этот вопрос, который мы поворачиваемся, Господи. Diese Frage ist die, wenn wir sagen, Herr. Да будет воля твоя. Dein Wille geschehe. Как я хочу. Wie ich es will. Многие суют свою волю. Viele stecken ihren Willen rein. Как волю Божью. Als wär's Gottes Wille. Помните в русских сказках по щучьему велению, по моему хотению. По Божьему велению. Also bei Gottes Willen. По моему хотению. Aber nach meinem Wollen. Моя хотелка это воля Божья. Mein Wille ist Gottes Wille. Да будет воля твоя. Dein Wille geschehe. Вот как на небе, так и на земле. Wie im Himmel, so auf Erden. Многие говорят, как на земле. Viele sagen, wie auf Erden. Пусть там тоже так будет. Soll es dort auch so sein. Это детство. Das ist kindlich. Когда ты приказываешь, и знаешь, Господь мой помощник, халлелуйя. Wenn du sagst, der Herr ist mein Helfer, Он мне помогает. Er hilft mir. Разве не ты раб Божий? Bist du nicht der Knecht Gottes? Конечно, нам кажется, в детстве Бог делает все, что мы хотим. Also, wenn wir Kinder sind, denken wir, Gott tut alles, was wir wollen. Когда ты только заплачешь, wenn ich weine, папа сразу бежит, что случилось? Dann kommt der Papa und sagt, was los, was los? И многие думают, я только заплачу, Бог сразу прибежит. Und viele denken, wenn ich anfange zu weinen, dann kommt er sofort. Но ты уже не младенец. Aber du bist nicht mehr klein. Ты уже зрелый человек. Du bist schon erwachsen. Ты уже бегаешь за Господом, а не он за тобой. Du folgst doch schon Gott und nicht er dir. Он говорит, следуй за мной. Er sagt, folge mir nach. Не он говорит, я за тобой побегу. Er sagt nicht, ich folge dir nach. Nein, я бегу за тобой, Господь. Ich renne dir, Herr, я стремлюсь к тебе, я ищу тебя. Ich strebe dir nach, я ich suche тебя. Dich. Ich will dich. Вы замечали, что человек как только покается? Stell dir vor, habt ihr gemerkt, wenn der Mensch sich gerade bekehrt? Вот Бог он на все молитвы отвечает сразу. Dann antwortet Gott auf alle Gebete. Он только вот что-то попросит. Du bittest was? Деньги есть? Hast du Geld? Пиджак давай тоже пойдет. Давай, давай, давай. Halleluja. Неплохо, неплохо. Das ist nicht schlecht. О, was ist das? Das ist Mercedes или BMW? Kein Mercedes. Mercedes? Volkswagen. Забери. Многие думают, что только попрошу. Viele denken, ich bitte etwas. И в детстве так и происходит. Und wenn du klein bist, dann geschieht es auch. Ребенок только заплачет. Wenn das Kind weint. Все бегут. Alle rennen dahin. Бегут. Alle rennen. Was? Und sagen, was los, was los? Будьте. Мне так хорошо с Господом. Мне geht so gut mit dem Herrn. Но когда подрастаешь. Aber wenn du erwachsen wirst. Dann kannst du heulen, so viel du willst. Это вот, а ты переводишь?
Иисус говорит, давай. Und Jesus sagt, komm. Вставай. Steh auf. Хватит ныть. Es reicht. Hör auf zu heulen. Не работает. Das funktioniert nicht mehr. Теперь нужно изменяться. Jetzt muss man sich ändern. Теперь Иисус говорит, я прячусь, а ты меня ищи. Und Jesus sagt, ich verstecke mich und du suchst mich. Искать тебя, Господи. Wie, ich soll dich suchen. Откройте, пожалуйста, главу веры. Откройте Библию, bitte, глава веры. Kapitel des Glaubens. Шестой стих. Vers 6. Глава веры, шестой стих. Vers 6. Их weiß nicht, не знаете, да? Weißt du nicht? Евреям 11 глава, 6 стих. Hebräer 11:6. Евреям, а без веры und ohne Glauben угодить Богу kannst du Gott невозможно. Nicht gefallen. Без чего невозможно угодить? Wo, ohne was? Нужна вера. Glauben brauchst du. Хорошо, я не знаю, как в немецкой Библии. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen steht. Иисус, можно еще раз сюда поставить? Ты Jesus, kannst du mal wiederkommen? Понравился. Du gefällst dir allen. Я просто буду показывать. Кошелек, ich will es einfach zeigen. А ты уже отдал жене? Hast du schon weggesagt? Посмотрите. Без Schaut веры ohne Glauben угодить Богу невозможно. Kannst du Gott nicht gefallen. И дальше написано три вещи. Und dann werden drei Dinge aufgezählt. Смотрим внимательно. Wir hören. Ибо надобно, чтобы приходящий к Божьему, аминь. Denn wer zu Gott kommt, nein, не к Божьему, к Богу. Denn wer zu Gott kommt, nicht von Gottes. Посмотрите, к кому я прихожу. Сейчас zu смотрите wem, внимательно. Zu wem komme ich denn? Я прихожу к Богу. Ich komme zu Gott. Или к Божьему. Oder zu Gottes. А кому вы приходите? Zu wem kommt ihr denn? Я одной женщине сказал, дорогая. Ich habe eine Frau gesagt, meine Liebe. Я говорю, давай так, следующие два месяца. Lass uns nächsten zwei Monate. Ты молись столько же. Betest du so viel? Сколько молишься обычно? Wie viel du gewöhnlich betest? Только ничего не проси. Aber du bittest nichts. Она оцепенела. Und sie wurde so. Она говорит, а о чем тогда молиться? Was soll ich dann beten? Она говорит, молитва теряет смысл, если не просить. Das Gebet verliert an Sinn, wenn ich nicht bitte. К чему? Иисус, держи. Jesus, к чему я иду? Zu was? Zu wem gehe ich? К Божьему. Zu Gottes? Или к Богу? Oder zu Gott? Без веры угодить Богу невозможно. Ohne Glauben kannst du Gott чтобы nicht gefallen. Чтобы мы приходили yeah. к Богу. Wir sollen zu Gott kommen. Это фундамент христианства. Das ist das Fundament des Christen. Мы верим в Бога. Wir glauben an Gott. Мы идем к Богу. Wir gehen zu Gott. У него есть да что-то. Er hat etwas, ja. Но я иду не к этому, я иду к Богу. Aber gehe nicht zu dem, sondern zu Gott. В церковь я прихожу не потому, что я пришел что-нибудь получить. Zu Gemeinde komme ich nicht, um was zu а bekommen. Потому, что я хочу Господу. Weil ich den Herrn will. Господь центр моей веры. Der Herr ist das Zentrum meines Lebens. Он центр моей жизни. Er ist Zentrum meines Lebens. Мне нужен Бог. Ich brauche Gott. Первое условие. Erste Bedingung. Приходим к Богу. Wir kommen zu Gott. Второе условие. Zweiter Punkt. Приходящий к Богу веровал, что у Бога есть. Аминь. Der zu ihm kommt, der glaubt, dass er ist. А что он есть? Dass er ist. Was ist das? Теперь мне нужно еще верить. Jetzt Смотрите. Muss ich noch glauben. Держи. Halt mal. Верить, что у него есть. Jetzt muss ich glauben, dass er hat. Или что он? Вот oder, сейчас разницу oder, почувствуйте. Oder, unterschied? Веровать в это? Glaube, dass er hat? Или в это? Oder, dass er... Для многих христиан это сместилось. Bei vielen Christen ist das verwischt. Я верую, что он есть. Я верую, ich glaube, dass er ist, dass er hat, dass er ist. Он и это одно. Er und das ist eins. Nein. У него есть. Er hat. Но моя вера в него. Aber mein Glaube ist an ihn. Не сказано, поверьте, что у Бога есть. Glaubet nicht, dass Gott hat спасены. Und ihr werdet gerettet. Вера – это субстанция отношений с Богом. Glaube ist eine Substanz der Beziehung zu Gott. Мне нужен Бог. Ich brauche Gott. Я хочу дары. Ich möchte Gaben. Он дает мне их. Er gibt sie mir auch. Но мой фокус. Aber mein Fokus ist на Господе. Auf den Herrn. Бог. Бог. Gott. Бог. Einfach Gott. Третье. Dritter Punkt. И ищущим у него, ищущим чего? Ищущим его. Теперь смотрите. Und welche ihn suchen? Окей, я пришел к нему. Ja, ich komme zu ihm. Я верю, что он есть. Ich glaube, dass er ist. А теперь мне говорят, а теперь будем искать. Und jetzt sagt man, ey, wir wollen ihn suchen.
И многие христиане думают, что нужно искать так. Und viele denken, jetzt muss ich so suchen. Was hast du denn da noch? Was hast du denn da? Башмаки. А вот есть что. А, да, hast du was? Да, меня у него нашел. Oh, ich hab's gefunden. Искать у Бога. Bei Gott zu suchen. Или искать Бога. Oder Gott suchen. Посмотрите. Я прихожу к нему. Ich komme zu ihm. Я верю, что он сущий. Ich glaube, dass er ist. Сущий. Er ist. Я ищу. Und ich suche. Не у него. Nicht bei ihm. А его. Sondern ihn. Ты говоришь, ну я уже пришел же к нему. Und du sagst, ich bin schon bei ihm. А теперь мы ищем его. Und jetzt suchen wir ihn. Все наше христианство. Unser Christentum, Christsein, ist in ihm. И в конце он там написано. Und am Ende steht geschrieben. Последнее слово что? Letztes, was steht da? Dass die belohnen wird. Теперь вы умные. Jetzt seid ihr schlau. Вы говорите, что нужно, чтобы мне воздал? Was müsst ihr tun, dass er mir gibt drei Punkte? Drei Punkte? Eins, zwei, drei? Приходить к нему? Zu ihm kommen also? Верить, что он сущий? Glauben an ihn? Und ihn suchen? Ради этого я на все готов. Wegen dem bin ich für, zu allem bereit. Это неправильно. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist kaputt. Взаимоотношения со Христом. Die Beziehung mit Christus. Я пришел в свою церковь. Ich bin in meine Gemeinde gekommen. Я говорю, люди. Und ich sag, Leute. Вы на 30 минут пришли на собрание. Ihr seid für 30 Minuten zum Gottesdienst gekommen. Песенки петь. Lieder zu singen. Вы что стоите? Was steht ihr da? Вы к Боженьке пришли. Ihr seid zu Gott gekommen. Я не знаю, как у нас. Такая аквариумная рыбная песня. So wie in einem Aquarium so ein Gesang der Fische. И рядом два карася таких стоят. Und zwei Karauschen stehen daneben. А третий вообще вот такой. Und der dritte. Ты к Боженьке пришел. Du bist zu Gott gekommen. Ну хоть дерни плавничком чуть-чуть там. Beweg dich doch wenigstens ein bisschen. Ну, скажи хоть что-нибудь. Sag doch was. Ну, preise dir. Вам песенки так легко петь. Lieder singen ist so einfach. Вам здесь специально буквы вот так выводят. Da gibt's sogar Buchstaben an der Leinwand. Если ты даже ничего не знаешь, ты буквы можешь. Wenn du nicht weißt, du kannst sogar die Buchstaben da singen. Halleluja. Halleluja. Ну ты Бога прославляешь. Du bist doch Gott gekommen zu preisen. Меня удивляют люди, которые пришли на собрание. Mich wundern Menschen, die kommen. И держатся за передний стул. Und die halten sich fest an den Stuhl vor ihnen. Я видел немцев вчера, как они футбол играли. Ich habe gesehen, wie die Deutschen Fußball gestern gespielt haben. Вчера Дортмунд с этим играл, как его? Dortmund Bayern. Байер, наши победили. Аминь. Unsere haben gesiegt. Вы за кого? За Дортмунд или за Байер? Seid ihr für Dortmund oder Bayern? Вы еще не определились, да? А, wisst ihr noch nicht. За Иисуса. Они так там... Я видел, как немцы славят мячик. Und ich habe gesehen, wie die Deutschen den Fußball dort ehren. А в церкви... Und in der Gemeinde. Мы немцы. О, wir sind Deutsche. Это не наша культура. Das ist nicht unsere Kultur. Я видел вашу культуру на стадионе. Ich habe eure Kultur beim Stadion gesehen. Славить Христа, ну боженьки, ну Господи, ну раз в неделю-то, а? Einmal die Woche doch. Ну заставь. Братья, сестры, будем молиться. Брüder und Schwestern, wir wollen beten. Ну хоть там... Ну хоть букву какую-то скажи. Sag doch wenigstens einen Buchstaben. Вот во всем, знаешь, как... Вот на отношения... Мы Господу же, ну это же Бог, ну он же настоящий. Wir sind doch zu Gott gekommen, der ist doch echt. Он же реальный. Er ist real. Ну ты же к Богу пришел. Du bist doch zu Gott gekommen. Что ты в конце концов, ну хоть чуть-чуть там. Mach doch wenigstens ein bisschen was. Хоть изобрази, я не знаю, ну. Denk dir was aus. Он же царь царей. Er ist König der Könige. Он же твой король. Er ist dein König.
О, der Pastor hat heute überzogen. Mein Termin verpasst ich jetzt. Этот термин. Verpasst den Termin. Тебе нужен Бог. Du brauchst Gott. Я к Богу пришел. Сколько еще песен будет? Bin zu Gott gekommen. О, wie viele Lieder noch? Сколько руки вытянет и? Wie viele auch und sonst? Preist den Herrn. Preist den Herrn. Я не против вашей культуры. Bin nicht gegen eure Kultur. Воздержанные такие, сдержанные. Вы не забывайте, мы же азиаты. So zurückhaltend. Wir sind vergessen, wir sind asiatisch. Wir singen. Вы быстро в немцев превратились. Ihr seid ganz schön schnell Deutsche geworden. Ich kenne euch doch. Будьте живыми перед Богом. Seid lebendig vor Gott. Чтобы люди приходили и говорили, да ты что, смотри, у них даже на последнем ряду не стоят. Also, dass die Leute sagen, sogar in der letzten Reihe sind sie dabei. Жив Господь! Und sagen, hey, lebendig ist der Herr. Halleluja! Ну похлопай, ну что ты, я не знаю. Halleluja! Брат. О, Господь Бог мой. О, mein Herr. Я хочу больше Бога. Ich möchte mehr von Gott. Давид был опасный человек. David war ein gefährlicher Mann. Пастор, если в твоей церкви кто-нибудь? Pastor, wenn in deiner Gemeinde jemand wäre? Ночью насмотрелся? Der nachts viel geguckt hat? Организовал встречу? Hat ein Treffen organisiert? Я царь Давид. Ich bin König David. А ты кто? Und wer bist du? Там, знаешь, забеременела быстро. Und sie wäre schwanger geworden. Чужая жена. Eine fremde Frau. Потом, упс. Und dann, oh. А муж где? Wo ist denn dein Mann? На войне, герой войны. Der ist im Krieg. Вызовите мужа. Holt den Mann. Он такой, знаешь, что такое? David, не позорься. Oh, David, lass dich nicht beschämen. Так, пусть муж зайдет к жене домой, да. Der Mann soll zur Frau nach Hause kommen. Ребенок родится, ну. Und wenn das Kind geboren wird. Ой, как на царя похож. Oh, das sieht aus wie der König. Он решил замазать все, да? Er hat versucht, das zu verwischen. Мужа вызвал, иди к жене, иди. Hat den Mann zur Frau schnell gebracht. Он говорит, буду рядом с тобой, царь. Oh, ich werde bei dir sein, König. Уперся. Ganz schön stirnköpfig. Не пошел к жене. Der ist nicht zur Frau gegangen. И тогда царь говорит так. Und dann sagt der König. Вот важная записка. Hier ist eine wichtige Botschaft. Передай начальнику. Gib das dem Herrn. А в записке было написано, чтобы его подставили, чтобы он погиб. Und da im Zettel stand, er soll eine Falle gestellt werden und er soll sterben. Если бы тебя кто-нибудь такое сделал в церкви. Wenn das bei dir einer in der Gemeinde gemacht hätte. Обрюхатил чужую жену. Hätte eine fremde Frau geschwängert. Мужа замочил. Und den Mann beseitigt. Das ist kaputt. Полный капут. Приходит пророк. Dann kommt der Prophet. Вытягивает свой длинный палец. Holt seinen langen Finger raus. И говорит, это ты! Sagt, das bist du. И вот здесь сердце Давида. Und das ist das Herz Davids. Почему Бог его любил? Warum hat Gott ihn geliebt? Летописец записывает, и вытянул он палец. Und er streckte den Finger raus. И сказал, это ты. Und sagte, du warst es. И Давид. Und David. Двоеточие. И все смотрят всем. Und alle schauen. Попался. Oh, jetzt bist du dran. Давид сползает с трона. David kommt vom Thron. Рвет на себя одежду. Reißt die Kleidung. И начинает кричать, помилуй Господи. Und schreit, Herr, sei mir gnädig. Он не боялся за свою позицию. Er hatte keine Angst vor seiner Position. Он боялся потерять отношения с Богом. Um seine Position. Er hatte Angst, die Beziehung zu Gott zu verlieren. Он поступил как негодяй и подлец. Он поступил плохо. Er hat schlimm gehandelt. Но он хотел, не хотел потерять отношения с Богом. Aber er wollte nicht die Beziehung mit Gott verlieren. Помните, что царь Саул сделал? Stellt ihr, wisst ihr, was Saul getan hat? Когда Господь его обличил. Als der Herr ihn ermahnt hat. Он сказал пророку, пойдем. Er sagt, Prophet, komm. Пойдем, выйдем на балкон. Komm, lass uns zum Balkon, lass uns ein Foto machen. У нас все круто. Alles ist gut. И летописец пишет, и Давид начал каяться. Und es steht geschrieben, David hat Buße getan.
David мог сказать, все вышли отсюда, чтобы никто ничего не писал. David konnte sagen, jetzt alle raus, keiner schreibt das jetzt auf. Но Давид упал на свое лицо перед Aber Богом. David fiel auf sein Angesicht vor Gott. У Давида было что-то в сердце. David hatte etwas im Herzen. Ему нужен был Бог в первую очередь. Er brauchte in erster Linie Gott. Помните Псалом? Wisst ihr den Psalm? Господи! Herr! Господи! О, Herr! Что, Давид? Was ist David? Я только одно хочу! Ich will nur eins. Давид, что ты хочешь? Was willst du, David? Тебе что, денег нужно или Brauchst что? Du Geld oder was? Армия нужна, что Brauchst ты хочешь? Armee. Только одно прошу, Господи! Nur eins, bitte ich, Herr. Чего ты одного хочешь? Was eins, Herr? Что это одно, что тебе нужно? Was ist dieses eine? Чтобы мне пребывать в доме твоем! Dass ich in deinem Hause bin. Давид, извини! David, tut mir leid. Но ты не левит, ты не можешь в доме моем Aber быть. Du bist kein Levit, du Я хочу быть в доме твоем! Ich will in deinem Haus sein. Зачем? Warum denn? Смотреть! Schauen. На что ты хочешь смотреть, Давид? Worauf denn David? На красоту лица твоего, Господи. Auf die Schönheit deines Angesichtes. Что мы ищем от Господа? Was suchen wir vom Herrn? Ищем ли мы Господа? Suchen wir den Herrn? Или от Господа? Oder vom Herrn? Я понимаю, у каждого из нас есть нужды. Ich verstehe, jeder von uns hat Nöte. И такое ощущение, чем старше верующий, тем больше нужд. Und so ein Gefühl, je älter du im Glauben bist, umso mehr Anliegen hast du. И мы заботимся нужды. Und wir sorgen uns darum. Когда человек только покается. Und wenn sich einer gerade bekehrt. Ты спрашиваешь, нужды есть? Oh, hast du Nöte, Anliegen? Нету. Nein. Через три года. Nach drei Jahren. Брат, что такое согнутый? Bruder, was los? Нужды. Ich habe Nöte. Пастор, молимся за нужды. Pastor, wir beten für die Через Anliegen. 20 лет. Nach 20 Jahren. Что там сзади тебя? Was ist los? Нужды. Nöte. Сестра идет 30 лет в Боге. Die Schwester ist 30 Jahre im Herrn. Сестра, что ты за телегу тащишь? Schwester, was ist los? Was für eine Karre ziehst du hinterher? Нужды, брат, нужды. Meine Nöte, Bruder, Nöte. С каждым годом их все больше Mit jedem Jahr ist es mehr und mehr. И мы сидим на этих нуждах. Und wir sitzen auf unseren Nöten. Когда ко мне одна сестра пришла, eine Schwester kam mal zu mir. После собрания говорит, nach dem Gottesdienst, куда мне с нуждами? Wohin mit meinen Nöten? Я говорю, у вас нужда? Да, говорит, у меня нужда. Habt ihr Nöte? Ja. Я говорю, знаете, по нужде вот туда и по лестнице вот. Also wenn man es nötig hat, bitte die Treppe runter. Da vorne ist das Klo. Туда с нуждой. Да, bitte mit deiner Not. Да, у меня другая нужда. Ach, eine andere Not. Я говорю, вот вы с этой нуждой туда же идите. Ach, mit dieser Not auch. Там ее смывайте. Einfach abspülen. Приходите в Божий дом. Geht in Gottes Haus. Не за восполнением нужд. Nicht um die Nöte zu füllen. А за Христом. Um Christus zu bekommen. Да умножится вам благодать и мир в познании Dass Господа. Gnade und Erkenntnis Gottes kommt. Я заканчиваю свою проповедь. Ich schließe mit der Predigt. Что вам нужно запомнить? Was möchtet ihr euch merken? Забудьте меня. Vergesset mich. Но запомните. Und merket euch. Что у Господа есть для вас все. Dass der Herr für euch alles hat. Но он хочет, чтобы вы не этого искали. Aber er möchte nicht, dass ihr das sucht. А чтобы вы стали зрелыми и искали Господа. Sondern dass ihr erwachsen seid und den Herrn sucht. Христоцентричность. Christus zentriert. Христос центре. Christus zentriert. Если ты получишь Христа. Wenn du Christus bekommst. Он даст тебе все. Er gibt dir alles. Но даже если ничего не даст. Auch wenn er nichts gibt. Ты получил Христа. Hast du Christus. Аминь. Amen. Помолимся. Wir beten.